селезнёв. I drink only you. Барбаки и доктор Селезнёв. It's good for me. Барбаки и доктор Селезнёв. I love the sympathy. Добрый день, дорогие мои. Значит, отвечаю сегодня на тот вопрос, который я получил вот неоднократно по интернету. Это возвращение молодости, возвращение сексуальной привлекательности по расчету. Значит, что это такое и как это происходит, и какие причины? Ну, причины понятны, понимаете. Значит, в основном ко мне обращаетесь, вы пишете, что вы замужем много лет, и сегодня вы видите, что ваш муж к вам охладел, и, как бы сказать, вам кажется, что это связано с тем, что нарушилась ваша, так сказать, сексуальная привлекательность, ваша красота поведенческой юности, то, почему он к вам так обращался, почему вы с ним так долго живете, значит, ну, может быть, вы и правы, и вот особенно вы правы в том, что, конечно же, пластические операции, они действительно, как бы сказать, украшают, может быть, внешнее лицо, но одновременно они нарушают технологии их производства, нарушают, конечно, иннервацию, то есть микро такие движения, мимики, вот на интуитивном порядке не воспринимаются ваши мужчины, вообще мужчина, так сказать, к памятникам и, так сказать, мумифицированным, так сказать, позициям относится несколько упрощенно. То есть человеческий мозг, он так способен воспринимать микропозиции. Так, что же это такое возвращение молодости и сексуальной привлекательности по расчету? По расчету, ну, это очень просто, как на калькуляторе. Вы знаете, значит, Билл Гейтс своей интеллектуальной собственностью дает гарантию, что он восстановит, его программа восстановит функцию компьютера, который, так сказать, включен, но не работает и получает функцию. Точно так же любой школьник вам даст гарантию точности и истинности результата, если он посчитает введенные цифры на, так сказать, позиции на калькуляторе. Значит, потому что это точный будет истинный ответ. Точно так же мы введем ваши жалобы, симптомы, синдромы, данные, диагнозы, все проблемы. И компьютер точно так же нам даст идеальный ответ, по которому этому рецепту мы его вырастим с увеличенными вот этими оживляющими свойствами, которые дают возможность во время выращивания приведения, так сказать, воды внутриклеточной в другое кристаллическое состояние. То есть последующим потом назад переход из этого состояния в жидкое и создает такие природные оживляющие свойства, которые позволяют распуститься этому растению, нам сорвать, высушить и передать его вам, чтобы вы употребили это в пищу, по законам патологической физиологии, патологической анатомии, согласно которому, значит, пища должна составлять не только энергетический потенциал, но и нести так называемые строительные, обновляющие функции для тех клеточных структур, которые сегодня, ну, скажем так, у вас несколько хуже функционируют, чем раньше. Ну, по-научному это так называемые стволовые клетки, которые обновляют клетки практически всех органов, включая клетки мозга. Значит, поэтому, если эти стволовые клетки специально питать белками, необходимыми для так называемого ремонта самой клетки, или в медицине это называется лечение этой клетки, то мы получим тот результат, который говорит о том, что ваши клетки восстановились, вернулась молодость, особенно если дать чистую энергию для этой клетки, так называемая КВЧ-лазерная реанимация, восстановление вашей юношеской поведенческой красоты, то из-за сексуальной поведенческой юношеской привлекательности, то из-за чего ваш муж вот в настоящее время 5-10 лет назад сделал из вас самую
любимую для себя женщину в мире, исполнял любые ваши желания, точно так я ему буду исполнять. В медицине это был тот эффект, который шокировал больше всего, когда я докладывал на Всемирном, работая в Всемирной организации здравоохранения, делал доклад на Всемирном конгрессе по продлению жизни людей в Женеве в 98 году. Значит, там я представлял эту женщину, которая больше всего ученых поразил не сам факт, 15% ревитализации в результате, так сказать, по данным увеличения ядерно-магнитного резонирования протонов клетки, вовлеченной в патологический процесс, а сам факт поведенческих реакций, которые изменились у женщины и возникли у нее вместо того, чтобы она не вернула себе своего мужа, так еще у нее появилось 3, так сказать, неофициальных молодых мужа, и даже 4, значит, которые все исполняли его желания, так называемый, как в сказке, эффект золотой рыбки. Но на чем это основано? Значит, ну, во-первых, это, конечно же, точность, гарантия эффективности, как и гарантирует Билл Гейтс своими программами, значит, так и я гарантирую истинность и эффективность результата. Кроме всего прочего, в отличие от Билл Гейтса, здесь важна очень, значит, гарантия безопасности и безвредности. Несмотря на то, что это одни и те же слова и одни и те же понятия, но тем не менее, так сказать, согласно заключению экспертизы Всемирной организации здравоохранения и в лице Минздрава Украины, значит, данные продукты сертифицированы как создающие благоприятные условия для омоложения, благоприятные условия для выздоровления практически от 11 641 болезни. Сертификат вы можете посмотреть на сайте sosfood.ca.ua или Medicinal Food и убедиться в том, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, употребление, применение КВЧ-лазерной реанимации с приемом 750 миллионов доз сертифицированных рецептов фиточая доктор Селезнев, созданного и выращенного мной, значит, не дали ни одного случая несовместимости, ни одного случая непереносимости, ни одного случая побочного эффекта, ни одного случая какого-либо осложнения и, самое главное, ни одного случая передозировки. То есть вот эта бесцветная жидкость, которая бесцветная, так сказать, безвкусная смесь порошкообразная, которая добавляется или создает иногда основу там фиточая, или же основу специй для супа, вообще для любого блюда. Вот в Тунисе называется, это такая масса называется псиса. Вот, она употребляется как наиболее, так сказать, концентрированная, необходимая масса для приема пищи, вот, самая удобная, которая всегда носится с собой. Значит, вам нужно во все блюда сделать концентрацию. Ну, как себе представить, домохозяйки меня сразу поймут, потому что вот они употребляют малосольные огурцы или соленые огурцы, да? И вот они ложат петрушечку или там укроп. Вот укроп, и уже мы через 10 дней или там через месяц мы берем огурчик, и он, значит, чувствуется укроп в каждой его клеточке. То есть за счет вот проникновения клеток из раствора клеток укропа, да, значит, возникает проникновение. Учтите, нам нужно получить тот же самый эффект всех клеток нашего тела. Поэтому мы вместо обеспечиваем постоянную концентрацию раствора, потому что каждая домохозяйка знает, она вытащила огурец из раствора там на один день, а потом назад положила, уже эффекта не будет. То есть возникает эффект нарушения вот питания. Пожалуйста, я вас прошу, значит, когда вы получите вот этот КВЧ-лазерную реанимацию, квантовую, клеточную, да, и потом, значит, будете питать клетки вот этим специально приготовленным смесями растений, они 90-60, в зависимости от того, какие у вас проблемы, потому что для каждой проблемы свое количество растений, своя дозировка. Так вот, вам нужно создать постоянную концентрацию в воде или там в супе или в чае, круглосуточную, и в течение того периода, который назначен будет вам, значит, точно так, как в растворе, чтобы не вытащить ни разу нашу клеточку из этого раствора, то есть изо рта до нашего выходного отверстия, чтобы постоянно находился этот раствор. То есть принимать нужно систематически 6 раз в день и не прерываясь. Ну, в отношении цены хочу вам сказать, просто это, значит, достаточно
ну, скажем так, демократическая цена это 5 центов за один компонент в одной дозе. Значит, ну, одна доза стоит где-то от 60 до 50 компонентов, и ее 6 раз в день, значит, где-то получается где-то, ну, не очень-то много. Долларов, я думаю, достаточная цена за наше продление жизни, тем более, что вы сохраняете ваши, останавливаете процесс в ваших органах патологических, возвращаете им молодость клеткам, и все это делается на основе, так сказать, гарантии и возвращения. Вот сегодня, значит, на нашем сайте вот Сосуд есть множество выступлений женщин и мужчин, которые где-то 15-20 лет назад лечились, и вот до сих пор сохраняется у некоторых эффект, так сказать, и молодости, и сохранения, я не говорю уже о тех еще болезнях. Здесь самое главное, что восстанавливаются клетки мозга. То есть девочка, 3-летний или 5-летний мальчик, вот который нервный тик, там, допустим, глаз моргает, да, дергается глаз, или там заикание, или там ночной норез, да, вот уже практически после 30 минут прекращается вот это, восстанавливается правильное регулирование клеток мозга, восстанавливается функция. Значит, ну, можно сказать, что где-то это около 1 миллиона людей, заболевания которых проходят через 30 минут после КВЧ-лазерной реанимации, восстановления. Очень-очень-очень хорошие эффекты по восстановлению, так сказать, фертильности в семейных парах. То есть это когда вот эта КВЧ-лазерная реанимация фертильных свойств дает нам результат беременности, зачатия по расчету. Конечно же, наиболее лучшие эффективные результаты, когда я работал в семинар, когда я работаю в семейной организации здравоохранения, наблюдал в Тунисе, потому что в Тунисе находится так называемый воздух пустыни, вот этот воздух оазиса, соединение воды с воздухом, это 2000 поверхности, так сказать, абсолютно чистой поверхности, воздушной массы, наиболее оптимальной для жизни в любом климатическом периоде, когда воздух пустыни, воздух гор, воздух моря соединяется и всегда создают оптимальные условия для окисления. И эти окислительные процессы, вот именно они обеспечивают поступление энергии в каждой клетке, ее обновление, ее генерация. Ну что, успешного вам, так сказать, выздоровления, успешного вам лечения. Пожалуйста, выздоравливайте. Good morning, good morning, good morning.